Можно сказать, команда хорошо играла. Как тренер сказал, не хватало чуть-чуть свежести. Ну, я так думаю, моментами создали. Могли 3 гола забить. И, ну, они, в принципе, ничего не сделали. Я так думаю, комбинации хорошие мы сделали. И, ну, и получше играли. Жаль, конечно, за этот момент. Ну, мы думали, что он, как капитан, вести... Ну, он должен вести себя лучше всех. Так получилось. Очень жаль, потому что все играть хотели и прекратили игру. Ну, ничего страшного. Надо вперед смотреть. И, ну, у нас есть игра завтра, и можно, может быть, 2 тайма заиграть. Какой у вас настрой на предстоящий матч? Ну, да, это очень позитивно, что мы очень много голов забивали в этих играх. Я так думаю, хватит будет на чемпионат тоже. Вы в том числе игроков, которые уезжали на свои национальные сборные, как это повлияло в целом на состояние, на настроение? Ну, сборные настроение всегда хорошее. Заиграли вот эту игру. Ну, игра так по себе не очень такая была. Поэтому, ну, как сказать, были моменты позитивные и негативные тоже. Ну, здесь пацаны выиграли 2 игры, выиграли первый международный кубок, и, ну, очень довольны были. И, ну, здесь, в Краснодаре, настроение у нас супер, команда хорошая. Я так думаю, если коллектив хороший, можно в результате тоже вот этот позитив использовать.